Федь, ты не против, я запишу эту игру? Я хочу посмотреть, чем все кончится. Алло? Да, конечно. Ништяк. Макс, я тебя прошу, поставь в клетку одну из моих существ. Нет. Не от карты избавляться. А ты что, не можешь больше на стол класть или что? 24, 31. Фига себе, ты, конечно, карт себе нажал. Блин, мне обидно, что ты мою кису убил. А то вообще нечестно. 2 хп. 2 хп больше! Хочу заметить, нам почему-то не прибавляется времени для игры, для дополнительного хода. Вот эти с песочными часами значки. Чё это? Чё? Each other elf you control get +1/+1. Макс, мне придется убить одно твое существо. Нет. У меня типа, иначе у меня карты будут гореть. Федя, пусть горят карты. Не убивай моих существ. Ты и так убил одну мою кису. Блин, ты самый интеллигентный пожертвовал. Ты чё, еще одну такую штуку жертвуешь? Федя. Нет, я просто... Нет, я не жертвую еще одну. Я показал, как его разогнать можно. Да! Что я в наушниках? А как будет дерево? Tree! Нет, сделал бы из дерева. Made of wood. 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 А шеф? Wool. Видишь, какой я умный? Так, о, еще одна манка. Вообще, все, ты бог. Где смайлик? Да вы издеваетесь. Макс. Да? Мне правда надо пожертвовать этим существом? Нет. Федя, нет. А. Делай, что хочешь, но не убивай. Search your library for a card name... А, Resolve просто. Она следующий же шла, класс. Знаешь, сколько у меня маны? Ну? Убер дофига. 7+8 это получается, у меня на одну больше. Макс, 4, 2, еще. А, да, у тебя же флипать их можно, да. Федя, только не убивай меня за это. Смерть. Нет. Нет. Я, кстати, могу это реализовать? А ну, в общем, да. А. And the bug will gain 7 life when you lock the ward. There's Thank you.
Да ну, ты еще одну жиробасину призвал. Федя! Угу. Сколько у меня урона на столе лежит? Мне просто интересно. Больше 50. Наверное, да. О, да, а, это, этот парень в этой колоде, ух ты, я не знал. Больше гоблинов, гоблинов. Теперь я могу ее убить? Нет, а вдруг ты еще нахилишься чем-нибудь? Хотя ладно, делай как хочешь, считай по своей справедливости. Но и больше хилиться нечем. Hello. Что? Нет, Федя, Федя. Нет, моя кисточка! Просто размазать ее, знаешь, как слона уронить на человека. Ты должен был с ней так поступить. Мне кажется, она не оценила такой завод. У тебя скоро карта кончится, у тебя 14 штук осталось, а у меня 26. Ты что думаешь? Федя? О чем ты думаешь? Федя? Связь случайно не оборвалась? Да не... А, ты микрофон отключил? Я тебя жду, Фёдор. Да ну, Федя, ты еще одну такую штуку призвал? Еще одну жиробасную херню. Они у тебя все в конце колоды.
Где все твои клетки? Что? Где все клетки? Что ты меня не блокируешь сейчас? Что значит не блокирую существ? Ну, у тебя же есть, типа, вот эта херня, которая у меня существо забирает, пока не уничтожу инчантмент. Да пофигу. Так что, забирать существ никто не запрещал. Ходу, что умеет, я уже забыл. То же самое. А, это 1-2 первое, а второе плюс Vigilance, Trample и. Они не всегда получают? А, until end of turn, окей. Так один раз не навсегда, то сойдет. Ты понимаешь, когда я их всех вот так вот отправил? Да. Стоп. Два хода до развязания войны. Два хода до развязания войны? Да. Федь, скажи, у тебя есть в руке контрспелл? Потому что я хочу у тебя забрать эту херню, это жестко, Федь. Чтобы у них всех был пробивной удар, и неубиваемость, и вигиланс, это имба. Это Макс, у меня их 4. Что? У меня их 4 в руке. Серьезно? Да. А ты можно я у тебя этот спел заберу, и ты его не будешь отбирать обратно? Ну окей. Спасибо. Или ты сейчас хитро соврал, коварно мне. А просто, Петь, просто если они все будут неубиваемые, я вообще точно ничего не смогу сделать. Посмотри просто на твой стол и на мой стол. Чё у меня ноутбук так сильно греет? Вирус, что ли, подхватил? Нет, он только типа сорётся от того, что его ждет. Вот она карта, которую я ждал. А, так видишь... Ааа, нет! Петя! Макс! О. Так, на следующий ход я атакую. Ну, то есть, типа, сейчас ты уже можешь кидать заклинания в существ, начать их убивать. Сволочь! А почему мои существа выходят тапнутыми? Потому что у меня карточка такая, птичка. Посмотри птичку. Да, блин, надо было ее мочить, у меня была возможность это сделать. Ты неправильный рассказ, кстати, выдал у себя. Ты... А не убил ли ты меня? Наверное, нет. Да, я понял. Федя, я в 6-й раз, если не в 10-й, совершаю такую ошибку. Можно заново начнем? Нет. Мы уже слишком далеко зашли, чтобы...
чтобы это того. Моего мужчин дырю. Хотя бы у них нет трампа. Еды, я сейчас так обойду. Если у тебя не, если не хватит, мне не хватит типа 5 хп или 10 хп, я не знаю сколько. Я это знаю, потому что я проебал эту карту. Как я мог так сделать опять, Федя, Федя, как я мог так приебаться, как долбоеб последний. Мне бомбит. Shit happens. Опять просто я каждый раз эту колду неправильно использую. Просто каждый раз как конченый просто. Блин, у меня ноутбук сейчас вообще дико греться начинает. Я не вижу, кого блокировать. Так, всех по одному разу, да? И мне проходит раз, два. Ты меня убил. Поздравляю. Я могу как-нибудь себя спасти? Забафал? Нет, ты не того забафал. Я того забафал. Ну а тебе типа. Блин, был бы это на энчантмент, просто как раз на раз-два снял. Так. Сколько? Я даже проебав карту, неправильно ее использовал, все равно тебе сделал минус 2 хп. О, Федя, это было так близко к просеру. Супер эпичному просеру, просто у меня слов нету. Федь, ты ушел опять куда-то?